На стрелке бывают зрелищные настоящие бои. Нокауты здесь, к сожалению, популярны. 20% с каждого турнира заканчивается досрочно. Еще 20 новодушащих, а остальные зверские и сумасшедшие бои, которые будут в категории «Лучшие бои» на YouTube. Давайте послушаем новых участников следующего боя. Справа от меня парень с татуировочкой. Ты шпион или что здесь написано? Нолиум кам седре. Давай по-русски. Значит, никогда не сдавайся. Хорошо. Чем ты занимаешься по жизни? Учусь, студент третьего меда. Ты врач-медик? Да. Капа. Что еще скажешь? Меня зовут Данила. И я хочу передать привет всем своим друзьям, кто посмотрит, всем своим родителям. И поблагодарить тех, кто сейчас друзей, кто со мной. Хорошо. Прозвище будет? У меня есть уже. Какое? Тимон. Тимон? Давай, Тимон, окей. Справа от него парень в синей футболке. Послушаем, что скажет. Давай. Всем доброго дня. Меня зовут Артем, я из Астрахани. Астрахань я доехал. А должен был не доехать? Ну, у нас поломки там были. На чем ты ехал, расскажи. На маршрутке. На маршрутке? Да. Это общественное? Ну, междугороднее. С пересадками? Сколько так ты ехал? Так получилось, что да. Ну, сутки почти. Сутки на машине, чтобы выступить на турнире? Ну, да. Это удивляет. А чем ты занимаешься у себя в городе? До начала пандемии занимался логистикой. А сейчас? Ну, а сейчас ничем. Тренировками. Сократило, короче, да? Да, да. То есть коронавирус позволяет людям заняться спортом более усердно, чем обычно? Ну, возможно, да. Прозвище будет? Южный ветер. Звучит красиво. Ну, давай. Давай поаплодируем. Южный ветер. Сутки ехал. Не вечер, а ветер. Сутки ехал сюда на маршрутке. Против него парень-медик с третьего курса. Отличный бой. Посмотрим. Давайте, товарищ. Правила знаем. Слушаем внимательно мои команды. Уважаем друг друга по углам. Готов? Готов? Бой начали! Руки держи! Следующая пара подходит. Дмитрий против Гаджиева Рашида. Подходите к рингу. Треугольник сядь на голову! Сядь треугольником на голову, пойдем! Ручку за голову отправь, ручку за голову. Обними корпус и к себе прижми. Нормально, не напрягай, сейчас подниму. Активные действия. Нормально, нормально. Стоп! Стойка. Два-три удара. Бой! Тройку, 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 тройку. Не опускай руки, да, тройку. Серия из трех ударов. Добавляй! Давай, 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 давай! Стас, подними! Давай! Не торопись, но корпус крути. На него ножками, к нему ножками. Бери руку! Отлично! Нормально, не сутись, досади треугольник. Треугольник пойдет! Пойдет, вот ручка рядом! Гаджи, прошу, правая рука рядом! Активные действия! Правая рука рядом! Правую ручку подтяни! Стоп! Даня! Стойка! Даня! Капу на место. Слушай, сюда, бой! Корпус зашел, передний подножка, пойдет. Либо подхват, пойдет, работай. Серия из трех ударов. Держи руки. Да ты колено отдаешь. Умница. Давай, давай, давай. Нормально, нормально не сути. Шейку рядом отключи, локти отключи. Прижмись, 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 прижмись. Здорово. Здорово. Сядь на треугольник и на голову. Давайте одну руку за шею. Стоп! Стойка! Даня, не кидай нож, не кидай нож. Не кидай. В центр лицом. Пять, бой! Три удара, бросок, три удара, бросок. Вперед, идет, твой. Вперед, летит! Как ты без захвата бросай? Работай, работай! Голову пришли! Голову пришли! Активно, спартаки! За голову пошли двумя руками! Пристань к нему! Что лежишь-то? Нож на толкни! Толкни нож на себя! Активность! Засади треугольник! Вот, ручку тебя! Стоп! Пойдем! Даня, встань! Встань!
Дань, двигайся. Бросок делаешь без подготовки. Подготовь. 2-3 удара. Летит на Ой. Тебя. Просто летит на тебя. Работай. Работай, работай. Без захвата не бросай. Заряди, заряди, заряди. Правильно думаешь. Правильно думаешь. Умница. Делай еще раз. Зрение. Еще раз заряди. Да, заряжай, заряжай. Так же. Присел левый, левый. Нижний, да. Правый. Вот. Вот. Еще раз. Правый. Давай. Давай. Добавь левый, правый. И добавь. Давай, давай, давай! Пошел! Все, отрывай, садись! Ждан, подними голову! Давай, поднимай голову! Сядь на жопу! Поднимай голову! Сядь на жопу! Стоп! У нас есть победитель! Давайте, парни, идите сюда, давайте речь! Заходим туда, в зону. Ну что, кто одержал победу? Ты? Вы все видели. Я не видел просто. Нет. Я проиграл, к сожалению. Ну ничего, я еще вернусь. Иди сюда, врач. И вернусь. Самое главное, что у тебя внутри. И если дух не сломить, то победа придет тебе в следующий раз. Мы в этом не сомневаемся. Дух не сломить. Дух не сломить. Главное, что ты ехал не просто так сюда уже. Да, я не должен был проиграть, но проиграл. Что такое, я не должен проиграть? Победу не выбирают. Не был настроен. Не был настроен проиграть. Вот. Ну, давай микрофон другу. Давай. Держи, а это тебе. Восполни силы, отдыхай, восстанавливайся и приходи Хочу снова. Хочу передать привет родителям, посвятить им эту победу, потому что в меня, как обычно, никто не верит. Но... Что такое? Почему тебя никто не верит? И как обычно? Ну, так у нас получается. В вашем институте никто ни в кого не верит? Это тоже. А как вы делаете операции тогда, коллективные? Ну, вот так получается. Сам по себе каждый? Ну, каждый сам по себе, и, конечно, я бы не доверился тем, кто учится сейчас в моем университете. Послушай, я тебе скажу одну простую вещь. Если ты считаешь, что нельзя никому доверять, это значит, что другие также считают о тебе. Так я не спорю. Так надо изменить подход к жизни. Согласен. Еще хочу поблагодарить своего соперника, который ушел, был хороший бой. Я много пропускал. Первый раз на песке вообще чуть не умер. Обычно на татами только борюсь, и все. Молодец. А так все, все, спасибо, хороший турнир, всем спасибо. Давай, отдыхай, а мы уверены, молодец, что твоя победа сплочит твоих друзей, товарищей, это тебе от нас, и все у тебя будет в дальнейшем хорошо. Спасибо вам, парни!